Всем привет, с вами Информ ТВ. Сегодня состоялось прощание с известным советским театральным деятелем, художественным руководителем театра в Петербурге под названием «Театр дождей». Память Натальи Никитиной пришли почтить сотни людей. Судя по сообщениям близких, Никитина знала, что ей осталось недолго, но не отчаивалась и до последнего работала. Скончалась она в 65 лет. Перед смертью, по словам пресс-службы театра, Наталья Васильевна сказала, цитата, «Если я и умру, то все же буду участвовать в жизни так или иначе». Когда слова зачитывали на прощании, люди не переставали рыдать. Напомним, Никитина еще в 89-м основала свой театр «Дождей». С 93-го он входит в состав молодежного театра на Фонтанке. Визитной карточкой театра «Дождей» принято считать спектакль «Продавец дождя» по известной пьесе Ричарда Нэша. Гражданской панихиды при этом не было, таково было желание самой Никитиной. Поэтому люди просто несли цветы к театру после посещения собора.